Что случилось? Я изменяю пассажир деструктивный, который неадекватно себя ведет. Она, скорее всего, в чем именно? Она кричит, дерется. Мы не знаем, она в алкогольном или нет. Потому что алкогольного запаха нет. Она не осознает, где она. Она пыталась открыть дверь, когда мы уже были в полете. Угрозы жизни были кому-нибудь, нет? Она меня ударила. Она бегала с зажигалкой по салону. Понятно. Да. Документы ваши где? В сумке, сейчас я дам. Да. Вам так отказано в перелете. Вот, сейчас вы с нами в дежурную часть проследуете для дальнейшего разбирательства по данному факту. Присаживайтесь, пожалуйста, сюда, на лавочку. Ага, давай. Что я делала в эту поту? Я пошла, я покушала. И дальше я не нашла никакого другого занятия, чем просто пойти и распивать в разных барах алкогольное пиво. Наверное, 5 или 6 бокалов по 0,5. До этого подвигались, как надо? До аэропорта? Нет. А, нет, употребляла, но это было еще до поезда, на поезде из Краснодара до Адлера ехать, у меня было 7 часов, до этого я выпила 250 грамм коньяка. Это сегодня? Да. Сели вы на свое место? Да. Что теперь с подробностью? Что происходило дальше? Ну, насколько все помните? Ничего не помню. Правда? Ну, как, вообще ничего не помню. Вот вы. Я помню, что, да, я прошла, то есть, на свое место, я села. Скорее всего, думала, что я, ну, после, так скажем, выпитого алкоголя, лягу спать в самолете, как это обычно, на самом деле, происходит. А все остальное, то, что происходило моментами, может быть, я помню, как будто во сне. Пишите, курила, признаю, раскаиваюсь.